Всем привет, ребята, меня зовут Спади Дадиду, мы с красным шариком поднимаемся по какой-то странной лестнице. Мы взяли только что синий ключ от какой-то непонятной синей двери. Ты что такое тут взялось-то, а? Фух, чудище какое. Ребята, Дрид, дружище, именно ты, если ты сейчас смотришь, то ты можешь попасть в следующее видео. Я где-то запрятал секретик в этом видео. И если ты его найдешь, то пиши об этом в комментарии, и ты попадешь в следующее видео. Но если вдруг ты не нашел, то не огорчайся. Тебе нужно всего лишь подписаться, поставить лайк и написать комментарий какой-то с плюсиком. То, что ты это все сделал. И тогда ты тоже попадешь в следующее видео. Все просто. Ну что ж, дружище, поехали проходить вместе со мной эту прикольную игрушку. Мы попали в какую-то лабораторию, в которой, возможно, нас и сделали. Ну, не знаю. Потому что, если кто не слышал, шарика словили какие-то ученые и сделали его одноглазым. Вот это да, вот это новости. Так, давай, шарик, запрыгивай. Ух ты, сколько тут звездочек. Оп, тихо. Привлекли его внимание. Так, бежим. Все. В порядке, все отлично. Готово, прямо таки. Вау! О, ты что тут меня ждешь, что ли-то? Ну-ка уйди. Все, ребят, мы тут справились? Да, как бы получилось. Ух ты. А! Отстань от меня! Что ты хочешь? Бам! Звездочки теперь тоже у нас. Теперь мне нужно взять тут ключ. Все, тут вроде свободно. Да вроде бы свободно. Так. Что теперь мне предстоит? Ух ты, смотрите, какая-то тележка. Так, ну-ка, берись-то тут все. Тележка необычная. Тележка колючая, которая может раздавить все, что хочешь. Наверное, даже этих злых шипастиков. Ну-ка, сейчас мы попробуем. А ну-ка, дави их всех. Смотрите, бабам, бабам. Ой, ребята, мы их так всех раздавили, прикольно. Так, так, ключик. Ключик у меня. А вот звездочку кто будет забирать? Эй! Давай. Уху, допрыгнули. А я думал, то, что не допрыгнем. Но допрыгнули, ребята. Главное, захотеть. Можно в космос полететь. Уху! Теперь что? Теперь остается за лестничком. Ты что такой тут у нас спрятался, да? Поджидал меня, да? Существо-то непонятное. Хотел меня съесть, ничего тебе не выйдет. Так, запрыгиваем теперь вот сюда и берем оставшиеся звездочки. У-ху! Прыжочек! Вау! Так, что у нас тут, а? Вы что меня тут ждали-то? Что вы от меня хотите? Отстаньте от меня, быстрее, ребята, прыгаем. Быстрее сейчас все взорвет. А ну-ка, давайте посмотрим, как они взрываются, интересно. Так, ну-ну-ну, давай, взрывайся. Ого. Ну как выжить, а? Ладно, прыгаем. Прыгаем, идем. Оп. Чего? Это что было вообще? Я уже думал, мы лопнулись. Фу, интересно. Ладно, так уж и быть. Раз уж не лопнулись, ну тогда проходим дальше. Что тут говорить-то? Так, ой-ой-ой. Я тебя тут не просил в гости. Так, какие-то лазеры интересные летят. Тут только они крутятся, как-то они ровно летят. Очень странно, ребята, что-то тут не так. А! Тихо, тихонечко. Ой, чуть-чуть не задел это меня. Так, что здесь? Теперь надо вот так вот прыгнуть. Взять... Ой-ой-ой-ой, ты что тут, охранник ключика? Смотрите, поджидал меня. Охранник этот ключика. Так, ну-ка запрыгнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Берем наши звездочки, осталось нам только вот сюда прыгнуть. У-ху! Круто. Очень даже круто. Так. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, опасно все. Ух ты. А ну-ка уходи. А ну-ка уходи, зверь. Так, все готово. Готово. А! Все, ребятки, осталось нам вот тут вот пройти. Вау.
звездочки мы взяли. И только наверх. Ну же. Крючки есть, и прыгаем вниз открывать наши двери. Хотя они вроде бы сами открылись. Быстрее за ними вот так вот прыгаем. И все, ребятки. На самом деле, ребят, вам надо просто... Да что ты, куда ты? Дашь ты мне договорить? Нужно просто поставить лайк этому видео, подписаться и написать добрый комментарий со знаком плюсик. Я все проверю, если вы действительно все честно сделали, тогда попадите в следующее видео. Ну что ж, ребята, поехали дальше проходить. Ух ты. Так, этого мы задавили, тебя тоже. Отлично. Что нужно сейчас? Ой-ой-ой. Все? Заметано, ребята, справились. Так, а ты кто такой? А ну-ка уходи. Все, ребят, он от нас ушел. Теперь нам надо как-то вот сюда, тихо. Аккуратненько. Ой, что ж такое? Ой, шарик, у тебя все получится. Нет, мы не зацепились до конца. Ну почему такое произошло? А? Кто мне скажет? Интересно. Ай. Ой. Ой-ой-ой. Ура, ребятки. Мы прошли этот уровень. Так, что меня тут поджидает? Малышня, да, вот это вот. Хочет меня тут лопнуть. Да ничего у вас не получится. Все, одного прошли, теперь его второй братец. Непонятный братец, который тоже хочет меня взорвать. Ой-ой-ой, куда это мы летим? Ух ты, интересно. Так. А! Ой, как это было высоко-то. Оп. А я и тут пройду. Все, ребятки, теперь... Нам двигаться нужно только на выход. Уху! Чего? Как это мы не смогли допрыгнуть, а? Эй, эй, эй! Ой, как мы зацепились круто в последний момент. Вот это да, прямо ногтями зацепились. Когтями, скажем так. Хотя у шарика их, наверное, нет. Но, знаете, он так зацепился, как будто они у него были все-таки. Вот это меня закинуло круто-то как. Ой. Давай-давай, раскачивай меня, эта штуковина. Ну же, ну же, мне почти получилось. Вау. Все, ребята, готово. Все вышло. Ух ты, ух ты. Ой-ой-ой, быстрее. Забираем это все дело. Классно. Вот это круто. Так, а теперь мне надо в эту сторону как-то двигаться. Оп. Ой. Берем тут все это дело, прыгаем вниз. А! Аккуратно-то надо же мне. Так, давай. А! Все, тут справились. Теперь нужно прыгать теперь налево. Так, хоп, яма. Все, ребятки, мы тут справились. Осталось вот эти еще две звездочки забрать. Так, а что это я свалился сюда? Зачем это я сюда свалился-то опять? Вау, красиво пролетели так. Так, нам опять что ли повторять все заново? Ну ладно, повторим. Что уж там говорить. Все, теперь мы точно, ребята, прошли. У-ху! Вау. Так, что здесь меня поджидает? Ой, классно, смотрите. А что, так не получится свалиться? Нет, ребят, так не получится. Обманным путем точно ничего не выйдет. Зато мы можем вот так вот куда-то в пропасть упасть. Ну что ж такое, а? А ну-ка давай, еще разочек. Так, флажок. Флажок теперь у нас. Чего? Это как так можно было свалиться-то, а? Вот. Вот. Так, что? Шарик. Ой, а тут что надо? Ух ты! Ай-яй-яй! Отстань! Ты что так близко тут взялся-то, а? Тихо. Оп, берем наш ключик, и мы уже внизу. Так, что теперь нам надо бы сделать? Прыгнуть вниз! У-ху!
Так, что теперь? Вау. Лишь бы нас не придавила эта штуковина. Так, а ну-ка, давайте мы ее толкнем туда вот так вот. Что? Как это она с первого раза-то доехала? Получается, я мы их двоих сразу лопнули. И открыли дверь. Так, подтолкнем ее. Все, теперь с помощью нее. Что? Почему он так прыгал, интересно? Смотрите, как он прыгает. Ой, нет, допрыгались. Вот это мы допрыгались. Еще и лопнуть успели. Так, все, таких ошибок больше, ребят, быть не должно. Хоп. Звездочки тоже мы позабирали. Отлично. Так. Тихо. Колючки аккуратно. Хоп. Готово. Ну-ка отсюда запрыгнем. Да, смотрите, запрыгнули. Так, и тут мы тоже все забрали. Отлично. Ой, опять будем сейчас вылопнуть только. Так, шарик, нам с тобой надо куда-то наверх подниматься. Только вот куда? Тихо. Ой. Куда ж ты так меня? Ха, опасно, ребята. Так, запрыгиваем, и теперь нам надо взять вот эти вот звездочки. Отлично. Звездочки у нас готовы, и теперь прыгаем в сторону. Ой, что здесь? Держи-то, нет. Отстаньте от меня. Все, успели мы от них убежать. Ух, еле у нас это получилось. Так, что это тут? Лазеры какие-то стреляют, интересные. Так, как мне эти лазеры? А, бойцы-то нет, он же меня сейчас споймает. Так, вроде бы не споймал. Так, запрыгнули теперь вот сюда. Берем тут наши звездочки, ключики и все прочее. Еще тут есть флажок. Хоп. Звездочки тоже все позабираем. Опля. Круто же как, а? Так, только тут бы как-то еще тоже аккуратно бы пробраться. Ой, нет, заметил. Так, что ты тут забыл, а? Тихо. Хоп. Все, готово. Ой, что такое-то? А, так мы тут прошли. Ну хорошо, давайте посмотрим, что там. Так, что у меня здесь? Ой. Так, тихо. Да когда эти лазеры дадут мне прыгнуть, да? Так, а ты-то чего взрываешься? Тихо. А, так, вверху теперь снизу будет. Хоп. Что я не успел забрать? Да как так-то, а? Интересно. Ай, больно-то. Оп. Все. Быстрее запрыгиваем, забираем ключик. Ух ты. Все, ключик мы забрали. Так, теперь будет внизу эта штука. Оп. Хоп. Вроде бы получается. Ой, чуть не словили мы опять. Да что я же успел прыгнуть? Что, ребят, ну я же успел прыгнуть, ну как так? Тихо. Пока тут все взорвалось, мы можем забрать здесь ключик. Так, отлично. А, вот теперь пора, ребята, нужно пройти. Наконец-таки. Вау, вот это у нас получилось приключение, ребятки. Фух, наверное, мы тут немножко остановимся, да? Нет, или будем идти дальше? Нужно подумать. Тут просто три двери вот этих очень тяжелых. Их так сразу-то и не пройдешь, ребятки. Давайте мы все-таки в следующей серии встретимся и продолжим. Так что всем хорошего, с вами был Спуди Дуди Ду, и всем пока.